Украина и Россия используются преступным бизнесом как транзитные страны для перевозки незаконных мигрантов из Азии в страны Европейского Союза. Группу вьетнамских нелегалов задержала одесская полиция. 16 граждан Вьетнама жили в одной квартире, где и были задержаны. Ни один из них не смог представить законных оснований для пересечения границы и пребывания на территории Украины. Они незаконно прибыли на Украину с территории Российской Федерации. И по нашей информации являются здесь нелегалами, так как у них нету ни виз, нету никаких отметок о пересечении границы. В гражданских паспортах Вьетнама присутствуют только визы в Российскую Федерацию. У некоторых восточных гостей документов не было вообще. Как считают полицейские, вся группа находилась в Одессе, ожидая переезда в какую-либо европейскую страну. Задержанных отправят в Черниговскую область, где размещаются пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Затем нелегалов вышлют на родину.